Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитрий, продолжаем играть в Open World 4 Plus HD. Объединение Германии. Почему-то Германия с маленькой буквы. Хоть негодяй, а. Ну ладно. 16 раундов. 5 звездочек. А, я помню, ребятки, эту миссию, я ее... Как-то мне удалось, когда мы с вами проходили на iPad'е эту миссию. Мне подфартило за 5 ходов пройти. Да, помните? Так, ну-ка. Давайте посмотрим. Ну, юниты тут, да, такие достаточно хорошие. Можно сразу генералов переназначить. Всех. И взять, по сути, все довольно быстро. Ольденбург мы удержим. Да, Берлин мы удержим. Это быстро все дело сделаем. Единственное, надо правильно генералов назначить всех, чтобы быструю победу одержать. Не факт, что мы за 5 ходов, конечно, пройдем сейчас, но мы попытаемся как можно быстрее пройти, да. Так, значит, Франкфурт, Дрезден, что там еще, Бран и Варшава. Так, генералитет. Тут я помню двух генералов назначал пехотных. Или одного, или двух. Блин, уже не помню. Реально. Так, ну, артиллерию мы точно назначим, вот эту. Так, тут у нас... Тут тоже на артиллерию назначим, я думаю. Кавалериста обязательно назначим здесь. Так, здесь, наверное, пехоту и артиллерию сделаем. Ну-ка, давайте, короче, посмотрим. Так. Сюда Джордана. Так, сюда нам нужен кто-то мощный, потому что в одиночку должен зарешать Костюшку, плюс... Возможно, еще понадобится, чтобы он подсобил здесь, с Домбровским. То есть, наверное, Давай, наверное, сюда, да, Бертье возьмем. А сюда Голицына. Здесь будем мою тяжелую артиллерию юзать, так сказать. Так, это мы 4 генералов назначили, да? Или 3? 3. Так. Гренадеров не будем тогда в генералитет пихать. 2 пехотинцев назначим и артиллериста. Артиллерист будет... Кто будет артиллеристом-то? Сокольницкий, наверное. Груши меня что-то разочаровал. Так. Телегиста Груши. Не знаю, стоит назначать, не стоит. В принципе, можно, но нафига. Нам столько телегистов. Хотя, давайте. Давайте, наверное, Груши будет и будет Удина. Сейчас. Купим гвардию, назначим Удина. Вот так вот. Тут пробьемся как можно скорее. К Дрездену, а Удина зарешает Франкфурт. Довольно быстро. Я думаю, так вот сделаем. Так, Голицын нам быстренько сюда. Эту артиллерию можно тоже сюда скинуть. Так. Нас могут Познань отжать. Что-то я не посмотрел. Ну ладно. Познань не наша цель. Поэтому не будем задерживаться. Попробуем как можно быстрее эту миссию пойти. Так, дядька Бертье, мы тебя сразу пихаем. Да, сразу пихаем сюда. Дядька Жордан, тебя... Тебя, наверное, умнее было бы... Не знаю как. То есть... В принципе, ты выживешь.
спокойно выживешь, заодно этим артиллеристам наваляешь. Надо просто быстренько Варшаву отжать. Да, и потом... Потом все пойдет, поедет. Быстренько ход меняем. Нет, никто не пошел ничего занимать. В принципе, нормально получилось. Так. Девять. Давайте так, Сокольницкий стрельнет. 64 снял, фига себе. Стронг, парень. Так. Так, так. Этот чувак никуда не пойдет. Горится на... А вот сюда. Вот падает. Домбровский. Со своим дифентартом. Ой, ребятки, вы посмотрите. Сейчас мы тут же зарешать сможем. 45 57. Чуть-чуть не хватило. Так, тут стоим, пока ждем. Голицына могут, кстати, шлепнуть. Груши у нас вот сюда зайдет. Начнем бить Дрезден. Блюхер тоже бить Дрезден. В следующем ходу, я думаю, он загасит Дрезден. Так, в Берлине линейцев купим. Ну и все, пока. Можно ход поменять. Голицын, держись. Так. Удина не успеет дойти. Блюхер занял сейчас Дрезден. О, груши может занять. Заводик. Ну и пусть выстрелит. Не страшно, если разочек поранить. Там уже его так слабенько поранить. Так. Сокольницкий выстрелит. Дядька Клейст сюда управляется. Пожалуй, стрельнем. Полностью повышенная мораль у всех. Отлично. Купим линейцев тут и можно, в принципе, так. А, ну можно, конечно, пострелять Домбровского. Ход закончим теперь. Голицын живой. Стало быть, все клево у нас. Пока. Так. Ну, короче, вот таким макаром походим. 66 снять. 52 снять. Выжили, тварь. Далее. Так, Дрезден пока сидит. Сокольницкого можно бросить сюда в атаку. Да, 5 ходов и будет, получается.
Тут закончим, хоть не будем ничего делать. Вот так вот повторил свое достижение. Всего 5 ходов. Ладно, на этом закончим. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. Помните, что все самое тесное еще впереди. Thank you, guys!